Доброго времени суток, друзья, я вас приветствую. Сегодняшний ролик посвящен 3D-рисунку, выполненному из обычной интерьерной краски. Итак, для этого понадобится. В первую очередь понадобятся следующие вещи. Это непосредственно поверхность, она у меня есть, вот она. Это плашка, гипсокартон, заранее подготовленный, выкрашенный. Вот. Понадобится вот такой вот инструмент, такая вот пластиковая терка для формочки. Вот. И непосредственно краска. У меня вот такая вот краска, это Inno Latex Matte, такого марки Faidal, хорошая топовая краска с отличными, прекрасными вот свойствами. Так, расходники понадобятся вот такие вот художественные кисти, вот такая вот пластиковая терка, будет использоваться в качестве формочки, вот краска Inno Latex Matte в трех цветах, базовый белый, ну немножко грязный уже, вот черный и средний вариант серый, а также кухонные губки. Ну и самое главное, терпение досмотреть этот ролик до конца. Итак, для начала делаем эскиз. Берем терку, вот, прикладываем. Так вот приблизит она. И делаем, обводим. Делаем следующий рисунок. Вот такой вот эскиз, вот такая вот сеточка получается. Далее берем тоненькую кисточку, вот такую вот, черный цвет, и наводим все по контуру. Вот. Не обязательно ровно, пока она будет чуть-чуть кривовато, вот так вот, это будет даже весь шар. Вот. Вот такая вот сеточка получается. Берем опять же черную краску, берем губку кухонную вот, и начинаем торцевать поверхность. Материал наносим на вот эти вот маленькие квадратики. Вот так вот. Надавить не стоит. И до конца. Берем серый цвет. И закрашиваем вот так вот основные кирпичи. Дальше берем белый. И это аккуратно смешиваем.
берем старую добрую зубную щетку. Вот. Берем черную краску. И это дело совмещаем. Вот так. Вот таким вот путем все это дело совмещаем. Далее берем кисть пошире. Вот такую вот черную краску. И сейчас будем налаживать тени на определенные участки поверхности. Вот такой вот результат пока что на сей момент получается. Так, ускорим, наверное, немножечко наш процесс. Возьмем самый обыкновенный перманентный маркер. Мою линейку универсальную. Вот такая вот сеточка получается, уже введенная, вот контуры обозначены. Дальше берем следующий маркер, но уже вот с таким вот плоским жалом. Это можно, в принципе, сделать и обычной черной краской, и кисточкой, но так будет быстрее, и так более-менее ровнее получается. Вот. И нижние части вот этих вот маленьких вот треугольников вот с этой стороны и вот с этой стороны наводим еще раз черным, но уже чуть-чуть пошире. Можно просто жало. Делаем раз.
Короче, берем теперь кисточку потоньше, базовый цвет белый, вот, и в этих же квадратиках сверху, вот, аналогично в зеркальном соотношении, делаем такие же самые белые чаще, такие белые линии. Вот. Покажу. Ну, на этом, пожалуй, все. Больше я не вижу никакого смысла чего-либо добавлять. Вот. Вот такой вот простенький черно-белый, скажем так, рисуночек с эффектом 3D получается при помощи всего лишь трех цветов. На этом пока что все. Всем большое спасибо за внимание. Вот, если будут какие-нибудь вопросы, не стесняемся, задаем, пишем комментарии, лайк, подписка, колокольчик. И до скорой встречи. Пока-пока.